И каждый по итогу что-то. Довольны? Нет, работой, недоволен в первую очередь техническими вещами. По поводу моих режиссерских тоже недоволен многим. А вы когда вот снимались, вы на себя вот эту роль режиссера примерили? То есть вот вы понимали, что вам что-то говорят, а вы думали, был бы я режиссером, я бы сделал бы иначе. Когда или я был всегда... на площадке? Да, когда вы... Или вы всегда были такой актер-актер? Я... С точки... Нет. Были моменты, когда именно... Я не лез в режиссуру никогда. И я был очень сейчас приятно удивлен, что и Вова Епифанцев, который сам режиссер, который снимал сам там Фартовый, он все же сам это делал, как режиссер. Вова вообще не лез в режиссуру. Будто ему говоришь, что делать, он делает. По-актерски я даже советов не давал. Мне нечего давать советы Вове Епифанцеву, как он будет делать. Ну, я к чему? Я понимаю. Да. Нет, было такое, что я, например, режиссерам предлагал, как мне кажется, мое поведение в кадре несколько иначе должно, как мне казалось. Ну, то есть, грубо говоря, у меня была сцена, где я там должен был выйти на крупный план, там, посмотреть сюда, и пойти. Я говорю, ну, это очень киношно, это наиграно. Давайте лучше камера будет ловить мой взгляд. То есть, так более... Я все время... Мне очень... Я очень люблю, когда все-таки органично все в кадре происходит. Я не люблю вот это вот кино. Я не люблю вот это вот актерство. Театральщину. Театральщину. Скажу, ну, как театральщина, я не умышленно это слово не говорил, потому что в театре это не кажется театральщиной, да, а актеры воспринимают слово театральщина немножко как оскорбление. Этой... Ну, как такое. Почему Андрей Панин, да? Потому что Андрюха, он живой. Олег Иванович Янковский, да? Там, вот. А режиссеры иногда в кино пытаются сделать так... Загнать, поставить, например, мне бывает не очень удобно иногда в кино существовать так, как это хочется режиссеру.